Дорогие друзья, хочу сказать, чтобы никто не переживал и не волновался. Все видео, которые были со мной на канале «Математика просто», у нас сохранены. Вопрос в том, вот эти все юридические всякие непонятности там, можем мы это поместить или не можем, нарушаем ли мы сейчас права Михаила Александровича Прохоровича или не нарушаем, если мои видео на наш канал выложим. Я ни бельмеса в этом не понимаю вообще, но не бойтесь. Видео есть, так или иначе, они на, в конце концов, в интернет попадут. Там не мытьем, так катаньем. Так что ничего не пропало. Все отлично. Подписывайтесь на этот канал. Теперь, так сказать, это мой канал, да, я на нем полностью все контролирую. Больше такой, вот, такой фигни не произойдет. Еще меня спрашивают, типа, почему бы не поменять теперь этот логотип, там, так сказать, бренд, вот, чтобы «Математика просто» заменить везде на «Маткульт привет». Не знаю, по-моему, «Математика просто» — это как бы такая движуха. Ну, пусть она будет у нас и у меня, и у Прохоровича. Почему нет? Я не желаю ему зла, поймите правильно меня. Я не хочу от него максимально обособиться. Просто мне кажется, что на данном этапе мы, ну, как бы не можем вместе работать. А так, почему бы не было, что у меня тоже будет «Математика просто», у нас только майк выпущен с этой «Математикой просто». Ну, там поглядим, короче. Пока будет так, как есть. Вот, так что до встречи на лекциях. Вчера в Петрозаводске он побывал. Вот, давайте, приходите и на канал, и на лекции. Они все, их график на Саватеев.xyz.